Одна из пострадавших в ДТП, который накануне спровоцировал неуправляемый трамвай в центре Алматы, до сих пор находится в реанимации. У девушки травмирован позвоночник. Еще у одного пациента диагностированы ушибы головного мозга и мягких тканей. Утром его перевели в отделение. Состояние здоровья третьего пострадавшего у врачей опасений не вызывает. Мы вчера провели консилиум. На месте же проведена операция, лапароцентез и оперативное лечение по поводу репозиции, стабилизации перелома позвоночника. Остальным пациентам, ушиб, на месте оказана помощь.